Средство наше для мытья посуды. Во-первых, здесь натуральные ПАВ растительного происхождения. Даже небольшая капля нашего средства образует обильную пену. Мы все с вами убедились. Безопасный состав средства позволяет применять его не только для мытья посуды, а также для овощей, фруктов, детских бутылочек и многого другого. И вот это средство получило в компании Dermatest Германия сертификат на то, что оно безопасно и нет раздражения кожи. Именно поэтому только вот этим средством я пользуюсь без перчаток. Любым другим надо все-таки перчатки применять, да? А вот здесь я не знала, что написать. Надеюсь, вы мне поможете. И мы все с вами придем, потому что я взяла Фэри, его стоимость, да, взяла синергетик, который у нас очень пользуется популярностью, да, он стоит 325, я брала 900 литр и 950 наше средство, миллилитров в одной единице измерения, вот, оно стоит 700 рублей, но я его купила 1 сентября, сегодня какое у нас число? Половина я отлила и разбавила водой. И эту половину я раздала другим. И несмотря на то, что она разбавленная, вы видите, сколько пены дает. Как бы, да, я не знала, как по неделям отмерить или еще как-то, но я вот могу однозначно сказать, поскольку я всеми тремя средствами пользовалась, что от Фэри у меня очень портится кожа рук и ногтей. Почему? Потому что очень сохнут. Начинают заусенцы появляться, еще что-то. Обязательно мне нужно крем каждый раз наносить на руки. Синергетик, он вроде более мягкий, но не так хорошо отмывает посуду в холодной воде. То есть тоже свои минусы. Вот это как бы средство. Во-первых, тут есть каламаций, который помогает нашу кожу, витамин С, увлажнять наши ручки. Именно поэтому можно без перчаток. Да, смотрите, вот у нас полежали фрукты. Я их просто достаю, да? Я сейчас их сюда переложу. Тут еще одна ягодка. Да сейчас поужинаем. И вот здесь у меня есть... это надо близко подходить, смотреть. Смотрите, я вот как... тут вот просто участок, как она помылась. А вот здесь еще не мытая. И видите, большая, да? Большая разница. Да, какая разница? Будем мыть посуду. Как наши средства отмывают посуду, да? И губки наши. Оп. Дома не намылась? Нет. Для эксперимента. То есть, как бы, вот, я вторую не буду уже мыть. Сейчас пойдешь по ним водичкой чистенькой, и будет красота. И даже несмотря на то, что тут средство, вы слышите, как оно скрипит? Всего прошло меньше минуты. Фужеры вообще классно.